Сотни машин проехали в День России по Красноярским улицам. Таким патриотическим автопробегом впервые решили отметить день рождения страны. Поучаствовать приглашали всех желающих красноярцев. Автоколонна формировалась в течение нескольких часов на острове отдыха у центрального стадиона. Водители получали бортовые номера и украшали свои экипажи российскими флагами. А пока участники ждали старта, для них работала интерактивная площадка. Также автолюбители могли посоревноваться в конкурсе селфи и получить ценный приз от организаторов. Чтобы встать в колонну автопробега, приехали больше 200 машин, в том числе и ретро-автомобили. Например, Chrysler Continental 60-х годов, ГАЗ-А 38-го года выпуска и потомок ГАЗ-69 УАЗ Hunter, который представили студенты СФУ. Также коллекция автомобилей «Москвич», «Москвич 412», первый выпуск 79-й год, 21-40, 41. Также поколение, два поколения «Волги», ГАЗ-21. ГАЗ-31-10. Также представители АвтоВАЗа пойдут в колонии. Четверка, хозяйка, всех дачников, предпринимателей теперь. Молодежный автомобиль ВАЗ-21-09. И, как говорится, знаменитая пятерка, которая, по которой сходили в свое время с ума. После шестерки, двойки, тройки. Не помешал автопробегу даже сильный ливень, но участники решили стартовать на полчаса раньше запланированного времени. Колонна автомобилей проехала по Коммунальному мосту, Карла Маркса, Белинского, Партизана Железняка, Октябрьскому мосту, Красноярскому рабочему, а затем вновь вернулась на остров отдыха, где прошла лотерея. Как отметили организаторы, они надеются, что такой автопробег в День России станет традицией. А участники и зрители, которых по их подсчетам было больше 1000, рассказали, почему они готовы присоединиться к акции и в следующем году. Потому что я патриот все-таки, как-то быть вместе со страной. И я здесь не одна, я здесь с коллективом. Мы решили все вместе поддержать такой автопробег. А вообще, День России для вас праздник, действительно? Ну, конечно, как я думаю, для любого россиянина, который родился, вырос в России, который неравнодушен.